находимся на второй линии Золотых Песков. Мы бываем здесь очень редко. Здесь находятся бюджетные отели Золотых Песков. И сейчас мы вам их покажем. Но они все, конечно, не работают. Сейчас ноябрь. Можно спокойно ходить не в толпе, снимать и говорить. И никто не подумает, что этот человек разговаривает сам с собой. Поэтому сейчас самое удобное время для съемок. Ноябрь. Красивый сегодня, довольно теплый, тихий. Но уже солнце скрылось, поскольку 15 ноября ровно. Да, 15 ноября. Время уже где-то 3 часа. Поэтому солнце уже скрылось. И, в общем, туристов здесь нет. Практически нет. Это все, что я хотела сказать. Вот, например, отель «Мимоза». Ну, довольно аккуратно покрашен. И даже есть какой-то аквапарк маленький для детей. Но ничего больше сказать не могу про этот отель. Потому что никогда мы в нем не жили. Может быть, кто-то, кому-то будет интересно найти в Букинкоме этот отель. Находится прямо сзади казино. А казино, как вы знаете, это самый центр. До моря здесь идти очень близко. Вторая линия на Золотых Песках, это не значит, что тут совсем тихо. Здесь тоже расположены кафе, рестораны и даже стрип-бары. Мы сейчас туда дойдем, надеюсь. Ну, в общем, это довольно оживленное место. До моря очень близко. Парти-хотел. 3 звезды. Но вид, конечно, у него... Ну, кондиционеры есть, почему нет? Я думаю, что это молодежный отель. Маркет рядом, прямо напротив отеля. Но я не заметила. Эротик-бар «Лимба». Тут супермаркет. Здесь очередной отель. Парк-отель «Тинтьяо». «Тинтьяо». «Тинтьяо», я такой даже не знаю, но она в ремонте, это «Тинтьяо». Надстраивает еще один этаж. Вот это отель «Арена Мар», который сейчас в реновации. И, думаю, к сезону откроется. И прямо образовалась какая-то большая площадь. Время ремонтов и просто постройки новых отелей. Просто непонятно, куда их строить уже больше. Потому что зелени на песках становится все меньше. Парк все урезает и урезает. А отелей становится... все больше. И, соответственно, все больше людей, которым нужны развлечения. Вот, например, это развлечение. Night Club Паша. Видимо, Паша тут... Паша. Пашет. Пашет. Пашет Паша. А вон там, смотри, кто у нас на кресле. А на кресле теперь отдыхает собачка под названием Паша. Здравствуй, Паша. Ты такой хороший. Красавец. Извини, что мы тебя дернули. Боулинг, ресторан. И желтое дерево, прямо из боулинга. Вот мы нашли Go Go Girls. Вот такой вид сделан. И тут вход. Прикольно. Вот отель «Перуника». Прямо напротив стрип-бара. Ну, рядом. Отель уже 3-й линии. «Атлас». Прямо через супермаркет «Альдо». Которая сеть супермаркетов, очень распространенная на Золотых Песках. Вот «Камчия Парк». Такой вот отельчик, тоже, видимо, реновированный, старый. О, вот в этом отеле какие-то люди отдыхают. Странно. Отель «София». Недавно кто-то рассказывал нам про этот отель. Но он тоже находится вот в этой зоне. Тоже близко от моря. Хотя он формально находится на 2-й линии. «Роял» 4-я или 3-я линия. Отель «Шибко». По-моему, очень старый. И тоже просится на реновацию. Ты здесь отдыхала в 85-м году? Ну, в общем, похоже. Вот он, отель «Шибко». Просится на реновацию. Ждите новый отель. Похоже на месте какого-то старого. Да, но опять пострадают деревья, наверное. Не, продолжается еще туда дальше. Можно идти и идти. Но мы сейчас повернем уже к пляжу. Здесь стройка
возит бетон, и ходить, в общем, уже неприятно. Мы спускаемся к первой линии, к морю. Находится отель «Амбассадор». Вот туда пройти. Это уже очень близко к Ривьере, практически напротив. Вот со второй линии, но это не последний выход со второй линии, но мы выходим вот сюда. Вот уже мой Бонита. Тоже, но это уже отель первой линии, естественно. Тоже довольно старый. Скульптура у нас перед отелем Бонита. Это Бонита, красавица. Да, наверное. Морская. Вот мы выходим со второй линии. Нет. Вот там уже Ривьера. Tell me what your name is. Tell me what you like and all your secrets. I just wanna go over the details. Let me inside of your mind. I know I just met you, but something tells me that you might be into talking to a stranger with a tattoo. Baby, I'm one of a kind. There's a reason we're here. There's a vibe in the air that neither you or me could deny. Boy, I see how you stare up and down everywhere. I can tell you're far from shy. So let's talk till we drop or till we get kicked out. Let's just say what we want. Come on, spit it all out. You and me both got the time to try to get to know each other's mind. So let's talk till we drop or till we get kicked out. Everybody's smoking. Boy, it's getting late, but we keep talking. I can't help but feel like I've been chosen. I'm the one inside your mind. You go on about your job. Tell me things like how you hate to walk in dogs. I go on about my ex who broke my heart. Baby, what you ever find? There's a reason we're here. There's a vibe in the air that neither you or me could deny. Boy, I see how you stare up and down everywhere. I can tell.